Евгений Осинцев, тренер ФК «Столица», команды победителя сегодня. Я хотел спросить в первую очередь о том, какая была задача на сегодняшнюю игру. Ну, задача, конечно, была одна. У нас всегда в каждой игре одна задача – это победить. Плюс у нас сейчас скоро будет элитный раунд, и это как бы определенный этап подготовки к элитному раунду Лиги чемпионов, поэтому задачи были серьезные, и команда настраивалась очень серьезно сегодня. Скажите, как вписывается именно стратегически Балтийская футзальная лига? Какую вы цель ставите, где вы себя видите? Ну, Балтийская футбольная лига, вот я смотрю, трофей очень красивый, кубок очень красивый, поэтому стоит за него побороться. И, конечно же, у нас стоит задача победа в этом турнире, но также мы планируем здесь подключать молодежь, где-то их пробовать обкатывать, потому что это, наверное, такой получается проект более, где как бы задачи на чемпионат уже стоят, а здесь мы можем себе позволить и с молодых игроков испытать в более таких условиях уже полевых, можно сказать, игровых. Поэтому у нас очень много игр в чемпионате и очень много игр Балтийской лиги будет, поэтому у нас будет очень насыщенный сезон в этом плане. Скажите, вам уже удалось оценить уровень соперников не только Гаргжда, но и остальных по первому туру? Вам повезло, что немножко вынесенный матч? Ну да, соперников примерно представление имею, но так конкретно мы еще не изучали. У нас очень много, плотный очень график, тем более ноябрь сейчас, у нас около 10 игр в ноябре, поэтому по мере поступления будет информация. Но турнир очень хороший, турнир участвуют и очень хорошие команды, и соперники будут достойны, я уверен. Как вы можете оценить именно действия на поле вашей команды безотносительно результата? Ну, ребята профессионально сегодня подошли к игре. Я очень доволен, так как они играли, создавали очень много моментов, плюс в обороне команды соперника мы сегодня практически там ничего не дали создать. Поэтому парни молодцы, большое спасибо команде, большое спасибо сопернику за хорошую игру. Ну, это определенный этап, говорю, мы дальше будем готовиться. Огромное вам спасибо и удачи.